Ребят, с вами Xenofix и Devil Signet. Всем привет! Поиграем в игру Antiurnit сегодня. Тут обновление полно-полно вышло. Ну, мы не записывали до этого, но это не столь важно. Он, кстати, там зомбяк стоит, дядя зомби. Надо его грохнуть, да? Надо его грохнуть. Главное, чтобы он нас не грохнул, а то они тут дикие. Да я сейчас на картонах пойду. На картонах? На церлах, так. Так, тут на С присаживаться вроде, да? Так, нет, иди сюда! Все, мясо, мясо, мясо! Ай! Гонфима! Ты что делаешь? Он мне херак! Я не знаю! Кстати, хорошо то, что... У меня 85% здоровья. Хорошо то, что урон тебе не приходит, когда я его так делаю. Потому что ты... Точно не приходит? Точно не приходит, смотри. Давай попробуем. Смотри, вообще ты ничего не сделаешь. Я бессмертен. Это правда. Шикардос! Ну, поэтому я тебе и добавил в группу. Так, там Белый этот... Чел. Смотри, в какой позе там зомби тоже надо прохнуться. Он тебя ждет, смотри. В ожидании. Я боюсь, как тут... На какую кнопку? На сет? А, на Е. Какой вообще? Я так подошел, добил его без полева. Смотри, он начинает. Не, смотри, не с физику поделал, он рукой. Он что делает рукой? Смотри, что он делает. Я тебя не хочу разочаровать, но у меня ничего не делает. У него ноги куда? У него ноги. Потом у меня на видосе посмотришь, он сидит и фапает. Он реально сидит и фапает. Блин, охрененная игрушка. Ну да, фапающий зомби это вообще это. Прогресс. Да вообще это... Не в одной игре нет фапающих зомби. Что-то мне не нравится то, что около полиции стоит толпа... Ай, да, полиция, толпа зомби там. А там стволы. Этот уже шипит. Приготовился. Сейчас этот пожарник придет, начнет это... нас тушить тут. Ты здесь не был? О, нет. Можно стиралку пооткрывать. Так, доставай грязное белье. Блин, нет тут ничего. Смотри, какой у меня моднявый. Нифига себе. Уборщица. Или кто-то. Почему вообще? Сразу уборщица? Я уборщик. а мне чё? А, кстати, еще тут это... Чё изменили-то? Теперь тут можно осматривать оружие, как прям в CSGO. Всё, игру прям вообще... На какую кнопку? На F. Ты такой рассматриваешь его. Неправда. И ты его тоже какой топор. Блин, ты посмотри, как это со стороны выглядит вообще. Ты прям такой это... Смотришь куда-то в сторону такой и вертишь его. Вот так вот. Ну, это. Смотри. Чё-то я уже ничего не вижу. Ну, сделай с топором что-нибудь. Чё-то он не хочет меня осматривать. Вот. Это правая сторона топора, а это левая сторона топора. Что-то вот этому зомбаку слева, по-моему, по барабану. Я вот просто бегаю рядом, даже не на картах. Смотри, а то он сейчас это возьмет, тебя испугает. А! Блин, я еще встать не могу даже. Блин, я еще... Я сейчас сдохну. Нет, не сдох. У меня 0 хп, а я живой. Ой, ё-моё. Я что-то не хочу. Я трясусь. Не трясись. Так. Мне даже жрать нечего. Шмотка, которую я нашел, ее нужно разобрать. Создание. Слушай, может рубль съешь? У меня это все, что есть у меня. Рубль. Простой рубль. Сейчас, подожди, я сейчас бинты сделаю. Ну ладно. Ай, мне не хватает тряпки. Че за рубль? Так, я уже взял. На, кушай. Так. Может пригодиться. Рубль. Че ты даешь? Чё-то я боюсь, то, что ты его навсегда взял и даже не съел. Ну ладно. Так, подожди. Я его могу только выбросить обратно. Ё-моё! На тебе по башке! На тебе! Выруби зомби! Фух. Радостный такой упал. Так, ну это, конечно, все весело. Но теперь нам нужно искать...
нужно искать, аптеку нужно искать. Да, сувай. Или хотя бы шмотки, любые шмотки, в которые я могу переделать блин. Ты смотри, как он перевернулся и на меня пошел. На видео видишь. Ё-моё. Я сдох. Ты такой радостный, лежишь там, смотришь на этого зомби, как он перевернёт. Ну я буду думать то, что я где-нибудь недалеко, да, и недалеко, и с другой стороны города появился. Ух, ё-моё. Меня... Тут, наверное, все-таки сделано, чтобы появляться недалеко от места, где умер. Ты что-то шел такой к зомби и приуныл. Резко. Как... Шел-шел и приуныл. Ты что-то... И что-то как... приуныл. Не, слушай, ты вот посмотришь на видео у меня, ты прям звездочка упал, и, кстати, у меня кровотечение, поэтому... Все, я дрожу как... А ты есть какую-то шмотку нашел ее, переделай в тряпки там, плюс с меня тряпки упали и в бандаж. Я, в общем, бегу, может, ты... Походу, ты не успеешь уже меня залутать. Ну, ты видел мой ник. Ты точно его видел. А, кстати, я... Да я вижу твой труп. Смотри, если... Больше, а, ну, в принципе, ладно, я тогда респаун делаю. Кстати, тут... Ну, я тоже респаун сделал и появился, в принципе, недалеко. Там сверху зомбаки, правда, стоят. В смысле, что главное не шифтить, если шифтить начинаешь, то они... Короче, тут черножопа какой-то этот... С слоненком или с кем там. Блин, упоротый чувак какой-то тут плывет. У него взгляд такой подозревайки, прям подозревает меня в чем-то. Ну, блин, я могу предложить тебе сделать одно действие, суицид называется. А, ну да, да. Прям в озере. Прям в озере. Но. Этот ниггер тут подозрительный. Я что-то боюсь. Тем этого. Более, рядом с подозрительным ниггером лучше не плавать. Да сейчас... Эти ниггеры, они такие. Да он сейчас в воде найдет мой труп и что-нибудь с ним плохое сделает. Вот я это боюсь. Ну ладно. О, я тебя вижу. Я тебя знаю. Аирдроп упал в Пугет. Пугет Саунд. Пугет Саунд. Ну туда Пуджет. Лучше не идти, туда сейчас толпище бомжей набежит. А, и... Пуджет получается. Это как Пудж, только. Что, Пуджик? Ну, Пуджет. Пюджет. Баджет. Фиг его знает. Fresh me, дорогие. Да? Нифига себе, да ты офигел. Ты этот рубль оставил на дороге. В смысле, так я же это, я же тебе сказал, что я его скинул. Ну, я, к сожалению... Я, кстати, вижу, откуда можно запрыгнуть это самое. В мусорку. Как раз он мент стоит. Нифига если ты паром, тебе его выкинул. У тебя лучше махать получается. У тебя, кстати, сзади топор, и тут топор. Вон, а, ну, с двумя топорами. Да, у тебя телепортнулся, кстати, топор из задней части. Из задней части это опасно. Ну, в общем, спасибо. Всё, что падает. Полицай, полицай, умирай. Ну, мне даже не коснул, почти. Ну, чуть-чуть. Да ё-моё, они задолбали. Так, а вот сюда вот уже падать. Нужно аккуратненько. Опа! Слушай, они реально, что ли, физику поменяли? Потому что они как-то смешно сейчас падают. Ну да. Типа а там... мне чё? Это всего лишь одежка заключенного. Так, всё, штаны... Штаны мента. Мента. Ментай. У тебя сзади написано «Призван», тебя нужно убить. Ты призван. Ты этот, заключенный. Да, там не в этом дело. Там, понимаешь, я признан не заключенным. Ладно. Я признан, ладно, это там... Ты не признан, чуваком. Ты призван, понимаешь, на. На, призван. Призван? Призван, да, заключенный этот. Зэк, на. Я, кстати, тебе чистые штаны отдал. А у меня они немножко это, ну... Испортить. Немножко грязные? Да нет. Испугался последнего зомби, что ли? Скорее всего. Ну там смотри, это там 78% у меня, у тебя там 80%. В общем, у тебя они долго не будут рваться. А вот спереди, по-моему, аптека. Спереди нет? У меня забор, прикинь. А. Не, ну забор, да, вот за забором. Сейчас дойдем до этого момента. Блин, там прям толпа самая главная. Я испугался, сейчас крана пожарного. Ё-моё, потом... это твой брат, смотри, призом тоже. Еще о! Один призом. Подожди. Ой, я думаю, это плохая немножко идея, ну ладно.
как скажешь. И он тоже лег. Опа-на! Подожди, с него ключ упал. Ключок. Ключ к чему? К наручникам. Да... Чё за... Да повар! Он из тебя хочет что-то сварить. Из меня тоже что-то хочет сварить. Но я его убил. Надо учиться играть, а то я что-то подыхаю. Так, а как тут суицид-то делать? А вот, самоубийство. Да. Ничего, научимся. Я вроде... Я когда играл, я их как-то бил, и меня не особо не коцали. То есть, нормально с этим было. А сейчас что-то пытаюсь и... сразу начинает долбить. Хотя, несмотря на то, что пожарный топор, он вроде как мощно бьет. Не, ну тут нужно... Да блин, я появляюсь рядом с своим телом. Тут уже два моих тела теперь валяются. О, сейчас будет три моих тела валяться. Взял это, все плиты пооткрывал, ничего нет. Открыто достижение. Ацент прон. Несколько раз умереть, наверное. Да ты ацент прон. Десятка — это хорошо, теперь нужно понять, как мне тебя найти. Шоколадный батончик. Один гольд, наверное. Батончик. Узбагаивающий батончик. Только он испорчен немножко, ну ладно. Штаны механика. Ну а потому и узбагаивающий. Штаны механика, и они, кстати, грязные. И они около... около бачков топливом. Ладно. Домкрат. Охрененная вещь для выживания. Остановите, ну вот тачку найдешь, сойду. Нужно будет тебе ее починить. Остановите, я сойду. Вижу чувака с стволом там бегает. Зашел в оружейный магазин, увидел там зомби и ушел оттуда. Я помню, ладно. Я помню, мне какие-то опасные нигеры попались. Ну это давно, конечно, было. Ну ладно. Они вдвоем бегали со стволами. Искали меня. Я в палатке спрятался, и они взяли такие. Вообще, как крыс поступили, замочили меня. Я ж гулял спокойно. Так можно. Это все потому, что они русских ненавидят. Слишком шоколадные, да. О, там два чувака уже. Ну, на этот, я, короче, суетиблюсь, отец. Еще один повар. Че он из меня приготовить-то все хочет? На тебе, пушки. Я нашел, что говоря, где доллары брать? Рубли, доллары. Нифига себе, у меня колпак повара. Теперь я буду готовить. Пожарный шлем или колпак? Ну, естественно, колпак. Ну, ё-моё, он эпичный. Сегодня мы приготовим лазанью какую-нибудь из зомби, похлебку а-ля дерево. Ух ты, меня убили. А, и меня не убили, тачка взорвалась. Я, блин, почти угнал у чувака тачку, а другая взорвалась. Я потому что увидел, на какой. А там рядом гоночный стоял, фиолетовый какая-то. Тут, кстати говоря, еще добавили теперь разные виды, типа того оружия, все такого есть фиолетовый, там катан это фиолетовый, мега крутой, например, оружие. Ну это все CSGO. Это все CSGO. Ну да. И эти, и кейсы скоро добавили. Кейс появится. Кейс а, уже есть. Кейсы? Уже есть. И ключи к ним есть. И ножи тут есть. Я тебе больше скажу. У меня, кстати, золотой нож, прикинь. Только его продать нельзя. Ну, у тебя, наверное, все золотое. Ага. Да. У зомби из штанов выпал скотч. Нафиг он не нужен. Ну, для крафта какие-нибудь бинты. Рано скотчем за это самое. Залепливать. Или штаны. У меня такое ощущение, как вот у тебя прям там какой-то экшен сейчас на экране происходит. А у меня все уныло. Хожу тут среди зомби, смотрю на них. И один хочет ко мне подойти, познакомиться. Вытянул тут руку. Я сейчас вижу квадроцикл, надеюсь его угнать. Ну вот видишь, у тебя один экшен. О, 37% бензина. Вот это да. Повезло. Обычно там 11%. Вот на этом квадроцикле я тебя и буду искать. Блин, они уже его, да, зажгли. Он взорвался. Да что ж такое-то? Что ж с этими зомбями не так? Уйди отсюда.
Тебя, надеюсь, не убили сейчас? Уйди отсюда. Да нет. Какой-то тут Си-Джей на меня напал. Зомби Си-Джей. Это из-за его штанов таких, похоже. Единственное, что у него майка зеленая. Ну, если увижу кого-нибудь, буду стрелять сразу. Увидел зомби, надо убить зомби. Заинтернутый двор, убил. Стреляя в упор, да? Да. Да уйдите вы, забери. О, вонючий. Я нашел магазин с тремя патронами. О, нифига себе. А, я уже думал, это зомби-гей какой-то, это... Еще не до гей. Напал на меня какой-то. Уйди отсюда. Не до зомби-гей? Не до зомби-гей, да. Да... Ты прикинь, я его дольше всех мочил. Из него выпал фонарик. Из зомби-гей выпал фонарик. Что он с ним делал вообще? Не надо. Блин, я не буду подбирать этот фонарик. О, веревка. Вот веревку я еще подберу. Может пригодится. Ясно. Я сейчас ищу тачку. Для того, чтобы проехать по дороге и все-таки найти тебя. Пока есть патроны. Я иду на пролом. В общем, сажусь. 6 патронов. Нифига себе, у меня Лада седан, белый баклажан. Я сейчас... Белый баклажан? Да, белый. Ни хрена себе, какой седан. А у меня сломана кость. А у меня сломана кость. Блин, что-то... Ну, это вот в каком-то городке, где народец бегал. Ну, я думаю, если ехать по дороге, не ошибешься, хотя не факт. Впереди вижу какой-то туннель. Хочешь, я тебе правду скажу? Тут... Уже сколько я дорог проездил? Так, туда это одна дорога ведет, туда одна дорога. Блин, короче, лучше я промолчу, как я тебя тут сейчас найду. Быстро. Ну, я сейчас бегу в сторону какого-то тоннельчика или моста. Я так и не понял, что это. Тут вот два целых города. Опа, не город. Ну, я тебе так скажу. Тут что-то вообще это намешали в эту игру, и Rust намешали, и DZ, и Minecraft, и CSGO. Потому что тут аэродропы пошли из DZ. Ну аэродропы тут, это вообще Rust уже какой-то. Ну я и говорю Rust. Я что, не сказал то, что это Rust? Кстати, я нашел туннель, но если бы ты был в нем... А, это... А я согрел всех зомби, которые на какой-то военной базе. Я, получается, недалеко, только я не понимаю, где точно эта база. База. Америка. Я вышел. Я сел в полицейскую тачку. Понял то, что там нет бензина. Пошел дальше в свой белый седан баклажан. Офигенный план. Он сработал. А о, пожарка. Пожарка, может быть, пожарная машина. Пожарки, может быть, пожарная машина, но я так, если что, машину назвал, ну ладно, я на ней да? Езжу. А я думал, это самое, само пожар. Я нашел мост, который ведет на какую-то другую руку. Я тебя нигде не вижу. Devil Sign. Я нашел мачете, это синее оружие. Блин, охрененная штука. Вот если она у меня... О, нифига себе! Иди-ка сюда к папочке. Я надеюсь, ты меня увидел? Нет. Я нашел. Че я нашел? На тебе. Сейчас будем зомби. Скажу, где тут раки зимуют. У меня кровотечение! Я его ненавижу. Он мне все увидит просто. И он еще что-то там покряхтел мне. Че мне сказать? Он и мачете также осматривает с разных сторон. А он все осматривает. Он любопытный. Как интересно, я думал, как-нибудь им помазать. Ну все, я слился. Я слился? Потери крови. А я поднял вакцину. Тут, значит, еще и заражаться как-то можно, да? Можно скромный вопрос, а сколько мы снимаем видео? Не знаю, где-то минут 15, наверное. Ладно. От насколько планировал? Обычно на 30 минут видео.
Я бензопилу нашел, сейчас всех режу. Просто всех мясо. Есть. У фермеров еще отобрал. Комбинезон. Штаны забрал, шляпу забрал. Я тут собираю все вообще, что вижу, бензопилу. В таком костюмчике фермера без штанов, чтобы все боялись. Фермер без штанов. Особо опасен. Опасен. Ну, фермер без штанов и с мачете, это действительно выглядит страшно, наверное, со стороны. Да, особенно когда у тебя еще нет голода, да. Потому что у меня костюм изначально, а тебе нечем прикрыться. Так вот. Хожу по каким-то барам. Что ж тебе так везет? А, один экшен у тебя на экране, а ничего, ничего не происходит. Да у меня экшен этот, это чисто зомби тут он. Зомби, что с вами не так? Им в голову бьешь, и им по барабану. Ну, я бы не сказал. Они оглушаются. Берут, оглушаются. Я нашел Лоус. Сельбер. Что? Цивилен амуницион бокс. Какой-то ящик. Что с ним можно сделать? Выбросить, пополнить. Ну давай пополним. Кем ты пополняешься? Чем-то я его пополню. Ладно. Извини, но я как-то что-то не понимаю про что ты. Вот я цивилен... тоже не понял, что цивилен это. Цивилен бокс. Это... Амуницион бокс. Это ящик с какой-то амуницией. С какой амуницией? Понятно. Мне осталось всего 30% здоровья. А еще я набрал много-много химикат. Этот дядя шляпа меня завалил. Почти. А еще я знаю, что в этой игре есть грибы. Берешь гриб, съедаешь его, и все такое цветастое становится, плывет немного. Наркомания. Да-да-да. Не, ну игра удивительно стала. Тут просто вообще чего только нет. Наркомания, CSGO, DZ, Minecraft и... Ну, осталось только Dota добавить. Почему бы и нет? Что-нибудь из Dota добавить. Какой-нибудь ульт. Блин. Ульт Зевса. На всю карту. По всем играм. Да. Минус 10% хп, да. Всем. Ну да, у кого я мало здоровья осталось, всех убил. Слился? Угу. Но я нашел. Ты уже около меня где-нибудь появишься. Я нашел синий фургон. Он был без бензина. Это еще непонятно, нормально ли тут администрация. Возможно, они своим друзьяшкам как-нибудь там помогают. Там, ай! Там. А, ну ладно. Ну тут смотри. Из 5 Б! Меня убили! Кто тебя убил, Санька из 4 А? Сейчас я его забираю. Че ты так это держишь? Бачет, как будто, не знаю, то ли меня хочешь зарезать, то ли себя. Иди, убей. И он такой так эпично у тебя упал. Так, а почему... А, ну да, спина у меня нет. Где мой скин? Где мой скин? Слушай, где золотое мачете, да? Это бритва. Там походу. Ну, побрейся, у тебя тут такой ракет. Хотя мне тоже бороду надо было сбрить. На-на-на. Да куда ты уходишь, сейчас я тебя побрею. Вроде получается. Вроде получается. Сбривайте, брата. Да сбривайте, а то мне не видно. На тебе. Ой. Чё-то неправильно. Ты походу мне голову хотел сбрить. Не получается. Ты там пушку захватывал. Вот сейчас стой, аккуратнее, без шифта. Вот нужно как-нибудь одного чисто выманить. Слушай, ты реально опасный. Ты понимаешь, как ты выглядишь? Ты выглядишь, я на тап нажимаю как... и это вижу, и поэтому я же самому, если честно, страшно становится. Это ультра-супер короткая юбка. Просто девчонки увидят. Девчонки увидят, просто тебе будут завидовать. Зачем ты лег? Да я не знаю, я вообще. Ай, у меня 15. Я ненормальный, я просто. Просто. Он давно бежит? Нет, все, он сдох. Да он уже все, отбежался. У тебя сколько здоровья? У меня 88. Какие цифры-то? Ладно, нам нужно еще одного убить. Ты слишком модный, чтобы тут ходить. Ты привлекаешь много зомби. Они в меня влюбились.
Блин, идите к нему, у него ультра-супер короткая юбка. Идите к нему. О, штык нож. Ну-ка, может это поменяемся? Я тебе этот мачет сейчас вон. Это не штык нож. Это фонарь. Стоп. Это не фонарь. На, бери мачете. Нет, это мачете. А, нет, мачете это ты выбросил, подожди. Я что-то не понял, что с тобой? Что ты плачешь? А все, перестал плакать. Так, ну мачете я вижу лежит. Да вот. Я не пойму, что я взял. Да что ты опять плачешь-то? Нагнулся такой, что-то там это в глазах там крыш. А, нет, не в глазах. Я не пойму, что я взял. У меня нет ничего в инвентаре. У тебя интересно такая анимация, как будто ты, не знаю, там... Трясаешь крошки со своей мини-юбкой, а сейчас трясешься, и опять что-то. Интересная игра. И почему-то у меня нет скина на... В смысле, какой-то человек мне тут пишет намек тут. Три точки. Зачем? Я, в общем, взял что-то. Вот это да, вот этот пистолет Глок, да? Глок. Макаров. Макаров как-то взял. Ладно. Я про что говорю-то? Я взял что-то синее и... Ну, ты возьми мачете. А, ты взял уже нож. Вот да. Оно что. Нам, в общем, аккуратненько нужно на эту вышку забраться. Ну, нужно еще вот этого зомбака, короче, завалить, вон, который... Мне в стиме Ракомакапо. Какой-то... Ракомакапо. Че сразу Ракомакапо? А, сейчас у нас это, эксперимент. Сейчас у нас эксперимент. Подходим к зомби и их херачим нафиг. И смотрим, как они падают. Они падают очень интересно в таких пикантных позах, прикрываются. Убей последнего. Руками. Сейчас. Убей зомби. Убей его. Убей зомби. Вон он. Вот тебе Ракомакафо. Снова удар, смотри, что-то в голову. Блин, ну-ка бери этот штык-нож. Воу, что такое? Этот сервер был закрыт администратором? Мне выпал предмет, да ну нафиг. Я не буду вырезать этот момент. Он слишком счастливый. И сейчас а я... где узнать, что выпал предмет или что-то такое? Там так, у тебя как так он был, это на весь было? Экран такой это показывает. Типа выпал вещь и все. А, понял. Может быть он обновлял как-то сервак или что-то наподобие? Меня зомби жрут, я, по-моему, выстох. Да. Или просто дети задудосили. Ни хрена себе! Ребята! Они тут все отреспавнились. Ребята! Ребята! Друзья! Я не хочу с вами здороваться, уйдите от меня! Они хотят поздороваться, я от них бегу как могу. Ой! Я шифтовать не могу! Сейчас ты, походу, сдохнешь. Сейчас ты умрешь! С нас долой! Готовься! Сейчас ты умрешь! Да? Как это? Всех убил? Или умер? Да я герой. О, нифига себе, ящик с боеприпасом, где я? Да я терминатор. Значит, ты всех убил. Я терминатор, получается. Да, получается. Так, да. Ладно, я делаю самоубийство. Надеюсь, не на этом же самом берегу появлюсь. Я терминатор с дрожащими руками. Надо же с чего-то начинать. Создатель какой-то страйер. Это как фраер, только страйер. Кстати, мне вещи твои подбирать или подождать тебя? Подбирай. Я надеюсь, ты найдешь. Потому что я сразу возрождаться-то не могу. Пустынный бронежилет. Херт какой-то брейкер. Харт это... Харт сердце, брейкер. Типа, брейк. Брейкин. Ладно. Фика узнает, что это за брейкер такой. Это какой-то откидыватель сердец. Да. Супер, я, конечно, перевел. Ну ладно. Блин, да я дрожу, как не знаю. Да, водил из меня не получится. Сел в трактор, и он сразу почти взорвался из-за того, что я въехал в столб. Фига он летает. Синяя дымовая граната. А сейчас мы поиграем в Counter-Strike Global Offensive. Сейчас мы кинем, значит, дым на... Куда мы сейчас кинем? В мид, значит. Сейчас мы ее закинем. Так, берем ее в руки, вот так кидаем, значит. Блин, реально CSGO. Реально, такой же дым. Ни хрена в нем не видно.
Я тут появился около военной базы. Нашел синий вот нож, таковой Military Knife, это, наверное, как у тебя. Пустынный берет, зеленый. И Desert Military Top. Вот пустынный это, да. Военный грудак. Он синего цвета. Вот. Если бы ты видел, как у только меня сейчас оружие вечером дрожит. А у тебя здоровье, наверное, мало, да? Да. А что ты там говорил? Я просто перебил. То, что у меня кровотечение, я сейчас сдохну. Если быстро не убегу отсюда, не сделаю себе бандаж со скоростью, не знаю, какого-нибудь света. Иду по дороге. Не успею, сдохну. Ты, наверное, это подпел мне, да? Да. Это такое. А ты что, там подыхал? Нет. Он так дрожит, неудобно стрелять в зомби, но я их прям ваншоту, прикинь. Нифига себе. Ой. 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 Завтра приберусь. Спасибо. 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 Нифига себе. Паркурист какой тут. Ноги вверх поднял. Или это не та фото? Это вообще что-то одной ногой, другую ногу чешет. Повара обнимаются друг друга. Блин, ты бегу это в твою сторону. Да мне же страшно сразу, ты меня видишь. Вижу. Я сейчас спрячусь. Ты меня сейчас не найдешь, я прям тебе говорю. Я, в общем, спрятался. А, ну да, ник я, конечно, не вижу твой, да? В любом из домов. Сейчас спрячусь, если мне зомби поможет в этом. Ты стрелял? Да. Нифига себе. Тебе еще зомбачи ползут. Я тебе тут такую оружку сейчас выбил, да ты офигеешь. Я бы и себе бы забрал. Но что-то у тебя там война, по-моему, идет, да? Война бесконечная. Не, стрельба надо. Я когда-то там песню заучивал. Виноградный сок. Да, я слышал. Нормально. С друзьями заучивал. Песни военные? Ага. Армейские, точнее. Опа, я уже, кажется, и сам оружку нашел. 27 патронов мне. А я, кстати, подобрал ту. А, да. Нифига себе, это М4 по-любому. Хоть она и я нашел синий ствол тут с прицелом автоматический, 27 слушай, патронов. Может. Ща еще скажу, может. Эту тоже замочу. Поварюшка. Ты стреляешь, да? Да-да. О, витамины! Витамины АЦ, причины ДЦ. И правда, как в контре осматривают, смотри, что. Ага. Да вообще, это взяли все, потырили. Из CSGO. Не, ну когда я это обновление увидел, я в принципе нормально к нему отнесся. Потому что, ну, вот интересно. У меня есть еще и магазин. Конечно, стыренные идеи, это, ну, мало у кого приветствуется. Но о, смотри. Смотри, какая пушка. Пушка. Постойте-ка. Я тебе точно такую же хотел подарить. Это? Да? Это? Да. Да. Не хватает места. Я ее хотел взять и разрядить. А, кстати, у меня это... У меня нету уже патронов, поэтому... Спасибо. Получается, я тебе пушку подарил, а ты мне... Ну, обмен такой произошел, только ты в нем не участвовал, получается. Да, блин, я дрожу. Витамины, что ли, выпить? Давай, глотай. У меня, в общем, 20 патронов в одном магазине и 20 патронов в другом магазине. В общем, у меня 40 патронов, все шикарно. Химикаты. Жизнь налаживается. Чего? Я начал химикаты пить. А, их и чё, как выпить тебе? Ага. Флакон, содержащий гремучую смесь урана и плутония. Как хорошо то, что ее нельзя выпить. Я прям направил на себя, думал, это витамины. Прикинь, что бы сейчас со мной было бы. Какая у меня рожа зеленая. Но светиться бы ты от плутония точно начал. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
таблетки жару, как эти, как мясо. Чё там? Куки! Ом-ном-ном-ном! Нифига себе, я тут этот... прям этими колесами закидываюсь. Вот это... это... я помню, я взял и выкинул. Я совсем что ли чокнулся? Видал с одного патрота. Патрота? One shot, one kill. Патрота, don't lag this kill. А я нашел баночку тушеночки. А еще я нашел... нет, он не свежий помидор. Надеюсь, надеюсь, она не просрочена. Там чувак или нет? Ну да. Ты чувак или зомби? Да, чувак, походу. Надо орать. Ты чувак. А, блин, какой чувак? Это корова. Ты чувак или зомби? Так, а где? Где орать-то? Я забыл. На какую кнопку орать? На какую кнопку орать? Пока я буду орать, свинка же это. А, на какую кнопку орать? Ты чувак или зомби? Иди сюда. Смотри, три зомбака. Чего? Блин, я корову перепутал, ты зомбака. Ты чувак или зомби? О, молоко! Стой! Стой, ты чувак или зомби? Не падай, прошу тебя. Корова дает молоко. Мы ее убили, она дала молоко. Она со страху дала молоко. У меня теперь много кожи. Нет, да слушай, если... если она дала молоко, то... как она его сделала? Как она его упаковала? Мне вот интересно, знаешь, что больше? Каким образом корова дала молоко в коробках, в пакетах бумажных? Ты понимаешь, после того, что... как я ее убил. Ты понимаешь, она испугалась и наделала туда молоко. Шоколадные, а, в бумажной только коробке, да? Да, в бумажную коробку. Она специально с собой коробки носит. Это такая хитрая довольно-таки корова. Ну что, можно на этом мосту прямо завершить нашу серию? Ну да. В принципе, снимаем уже долго. Пора бы. Где тут солнце? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, его канал будет в описании, и мой канал. Ну, в общем, его канал будет в описании к моему видео, конечно же, тоже. Ну, в общем, всем удачи, всем, да, всем пока. Всем пока. Вовремя. I forgot the